Советского информбюро. Войска Первого Украинского фронта перешли в наступление. К западу от города Опель советские части после упорных боев прорвали оборону противника. Затем в прорыв были введены наши подвижные соединения. Уничтожая противника, наши войска, наступающие западнее и южнее Опельна, соединились в районе города Нойштадт. Советские танковые соединения расчленили окруженную группировку на отдельные части. Немецкие солдаты и офицеры стали группами сдаваться в плен. В результате боев войска фронта взяли в плен до 15 тысяч немецких солдат. За 22 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 149 самолетов противника.